Интересную программу в эти выходные для гостей подготовили городские парки. 2 марта Добросельский приглашает на игру, посвященную Всероссийскому дню кошек. Рассказать о своих домашних любимцах и узнать секреты этих удивительных животных можно в 11 утра. В этот же день юных посетителей Центрального парка в полдень тоже ждет анимационная программа о животных «Усы, лапы и хвост». А в «Дружбе» в субботу расскажут о том, что такое гражданская оборона. Начало в 11:30, возрастное ограничение 0+. Любители искусства приглашают в выходные в Дом художника в Центральном парке. Там открылась выставка художницы Полины Варежкиной. На ней представлены работы в смешанной технике масляной и сухой пастели. Лучшим учителем и источником вдохновения для себя художница считает природу, поэтому часто рисует с натуры. Полина создает картины в разных жанрах и ищет свой стиль. Возрастное ограничение 0+. В воскресенье в Доме культуры молодежи второй раз пройдет областной конкурс «Краса народов земли Владимирской». По словам организаторов, конкурс превратился в музыкальное театрализованное шоу. В этом году за титул «Краса народов земли Владимирской» будет состязаться 10 претенденток разных национальностей, живущие в нашей области. Девушек ждет несколько этапов, в том числе парад в национальных костюмах и творческие задания. Конкурсантки расскажут о культуре и традициях своего народа, а также угостят блюдами национальной кухни, которые приготовят сами. Начало конкурса в 14:00, возрастное ограничение 0+.